Четыре знака зодиака разбогатеют в декабре 2021 года. Декабрь 2021 года щедро вознаградит эти знаки зодиака. Кому-то придется плодотворно потрудиться, но есть и те, кому просто повезет приумножить свой капитал. Стрелец. В декабре стрельцы будут удачливы в финансовых достижениях. Бизнес-партнеры захотят продолжать работать с вами и заключать новые прибыльные контракты. Но звезды предупреждают стрельцов избегать конфликтов и сохранять здравый рассудок, тогда деньги будут приходить практически из ниоткуда. Некоторые стрельцы смогут приобрести долгожданную недвижимость. В середине декабря у вас могут попросить деньги в долг, лучше воздержаться от этого и мягко отказать. Рыбы. Рыбы в декабре будут щедро вознаграждены за свое рвение работать. Все новые задумки будут осуществлять с небывалым успехом. Разумно распределяйте свое рабочее время, и тогда финансовый успех гарантирован. Конец года принесет рыбам большое количество выгодных встреч. Договариваться о финансах будет просто и непринужденно. Водолей. Декабрь 2021 года станет очень удачным для представителей этого знака зодиака. Звезды будут благоволить водолеям во всех финансовых вопросах. Возможно, они получат неожиданную премию или даже выиграют в лотерею. Также намечаются серьезные изменения в карьере. Наконец-то заслуги водолеев оценят по достоинству. Козерог. Конец 2021 года принесет козерогам долгожданную финансовую прибыль. Вы наконец-то увидите плоды своей работы. Все ваши идеи в этом месяце будут достойно оценены и щедро вознаграждены. Даже самые неудачные проекты представители знака выведут на новый уровень, что принесет дополнительный доход. Несмотря на финансовый успех козерогам, нужно обдумывать каждую свою покупку и вложение.